Слушай, и все-таки, вот зачем тебе на ноутбуке стразы? Красивенько. Блестят? Угу. Нашла. 2 недели. Прямо около моря, первая линия. Вот, смотри. Ничего так. Угу. Но дорого. У-у, нормально. Я цены сравнивала. И 2 недели? Угу. Но это правда много. На самом деле, я так надолго уехать не могу. Отдел без меня зачахнет. А меня только что повысили. Но мы же собирались на море. Но мы и поедем на море, просто поближе. В Турцию, например, на недельку. Да сам ты езжай в Турцию. Я не хочу в Турцию. Я хочу на Гоа. Да не потянем мы сейчас Гоа. Почему это? Квартиру купили. Кредит висит. Но я хочу на Гоа. Да что такое? Опять ссоримся? Блин, снова. А может им в потолок швабры постучать? А у тебя есть швабры. Со стразом. Ну, я просто в каком-то кино видела. Нет, ну что за уроды? Главное, каждый день. Прямо ведь над нами. Это молодняк тусит. Вот сволочи. Позавчера до часу. Вчера до 2. А нам на работу завтра, между прочим. Новый сезон. Танцуй, Россия. И согласитесь, пара потрясающая. В студию! Доброй ночи, а вы кому? Так. А взрослые? Мама твоя где, девочка? Мама на работе, она утром придет. Значит, твоя мама на работе, а ты одна смотришь телевизор. Еще и так громко. Это мама тебе разрешает по ночам телевизор смотреть? Это не я. Я уже сплю. Это баба Клава смотрит. Она глухая. Твоя бабушка. Ну-ка, дай-ка я с ней поговорю. А свет-то где у вас тут включается-то? А свет не работает, свет сломался. Сломался, понятно. У нас коммуналка. А бабка-то где? А баба Клава там, в последней комнате. Она спит, наверное. Норвежское слово, норвежское слово.
Можно вас спросить? Идите ко мне. Иди, моя дорогая, иди сюда. И в связи с этим я хочу сказать, передать вам большой привет от наших директоров уважаемых и в студию. Я сюда попал благодаря одному хорошему человеку, Андрей Иванович. Бабуль! Дарите добро, и мир ответит тем же. Бабуль! Бабуль! На его празднике я хотела быть неотразимой, но моя улыбка была недостаточно белоснежной. Трехмерного отбеливания. Бабуль! И вот моя улыбка белоснежная, и это ключ к его сердцу. Бабуль! Кто тут? Бабуль, это я, ваш сосед снизу. Не слышу. У вас телевизор очень громко работает. Совсем глухая. Говорю, телевизор очень громко играет. Ой, а я и не слышу. Вот ведь, а, дожила до чего, а... Давайте я сам подниму. Смотрю, видишь, телевизор. И такое показывают. Лучше, чем в жизни. Сколько живу, а покажут, какого и не видала. Бабуль, вот тут есть кнопка, можно потише сделать. Да я ж и не слышу. Угу. В молодости еще ничего было. А как старая стала, совсем оглохла. Ну, в общем, тут у нас можно громкость... Ой, да выключи его совсем. Это мне на День Победы принесли. Вот и смотрю все время, как сама остался. А то ночью так... Тихо. Страшно. Когда тишина. Mm-hmm.
Ну, кто там? Что там было-то? Телевизор работал. Громко. Да, я уж поняла. Ты настала, родная, время расстаться для нас. Но забираю я вдаль, улетая, в сердце своем синеву твоих глаз. Пахнет нагретою хвоей воздух соленый морской. Теплое море нас помнит с тобою, помнит ленивый прибой. Теплое море нас помнит с тобою, помнит ленивый прибой.